Всем привет, Алтай! Сегодня у меня распаковочка. Вот такая маленькая посылочка пришла. В этом году я выписываю, выписываю, что-то меня прям несет и несет. Но это обычно, семеномания, она захватывает. Посылочка, еще раз повторю, небольшая. Даже я не помню, что я выписывала. И даже посмотрела, с какого интернет-магазина, я даже не вспомнила. Ну вот на 779 рублей я в основном пользуюсь наложенным платежом. Вот. И сейчас я ее открою и продолжу. Ну и что же тут такое? Конечно же, семена. Так, сейчас я скажу вам, откуда они пришли. А отправитель — первые семена, интернет-магазин — первые семена. Так, доставка 271 рубль. Вот нисколько не обманываю. Вот смотрите. Вот списочек, и доставка 271 рубль. То есть я заказала еще меньше на 500 с чем-то рублей. Ну, давайте посмотрим, что у меня тут пришло. Мне самой уже даже больше интересно, чем вам. Ну и так, колокольчик «Малиновый звон». Колокольчик средний, 75 сантиметров в высоту. Это смесь. Вообще я не выписываю и как бы не стараюсь выращивать. Высокорослые достаточно. Но, наверное, я проглядела, потому что, ну, я все выращиваю низкорослые цветочки. Гвоздика, травянка. В прошлом году выращивала. Цвет лавандовый, но, правда, она у меня не успела зацвести. Поэтому в этом году я буду выращивать ее пораньше. Прям буквально вот в декабре, в конце декабря я ее посею, чтобы она успела зацвести. Вот такой цвет интересный. White Red. Бело с красным. Очень симпатичненькая. Дата фасовки 22-й год. Ну, замечательно, значит, семена свежие, значит, проблем не будет. Далее, что-то они как-то непонятно. Ну, уж как есть. Маргаритка многолетняя. Ни разу не выращивала маргаритку, один раз купила семена, но так и забыла про них, и все, и они уже просрочились, и поэтому я решила еще раз попробовать, тем более вот такая она очень хорошенькая, симпатичная. Это низкорослый двулетник указано. Вот, посмотрите, вообще написано 13 сантиметров высотой. Вот как раз то, что я люблю. Изучу, как ее сеять, как ее выращивать. И, конечно же, буду. Колокольчик, средний малиновый звон. А почему их два? Ну, значит, два я и сделала. Ну, бывает такое. Вот молодила, каменистый сад, тоже хочу попробовать. Многие выращивают. И вроде ничего получается. Может, и у меня получится. Тем более, это смесь. Далее, значит, есколка Биберштейна, серебряный ковер. Тоже это многолетник, она неприхотливая. И, вы знаете, говорят, по ней даже можно ходить, как по газону. Ну, конечно, мне жалко по цветочкам будет ходить. Ну, вот, так, попробую. Дальше, камнелонка фламинго. Я уже на этот сезон тоже запланировала, но немножко другого сорта камнелонку. Ну, чтобы было разнообразие. Поэтому я еще дозаказала вот такой вид. Далее, мыльнянка. Тоже не знаю, не знакома. Но перед тем, как заказывать вообще многолетники, я много так информации собрала. Поэтому мыльнянкам довольно-таки такое распространенное растение, цветочек. Оно почвопокровник. Многолетник тем более. И вот хорошо подходит для альпийской горки. А я собираюсь, все собираюсь. И все никак не сделаю. Она у меня есть уже природная такая, знаете, горка. Вот я ее хочу из нее альпийскую сделать. Ну и арабис я выписала по той же причине, чтобы тоже заселить на это место. Тоже это многолетник, компактный. Вот и написано для альпиналия или бордюра. Так, семена тоже свежие. Ну, замечательно. Далее, вот какое-то новое для меня. Катананхи Забава. Меня привлекло сам цветок и особенно его цвет.
лавандовый такой цветочек. Ну, хотя он тоже указан, что 60 сантиметров. Ну, ничего, посмотрим. Посмотрим, тоже это многолетник. Семена тоже изготовлены, написано, что в сентябре этого года. И годность у него хорошая. Ну, вот, как видите, вот такой. Если вы выращивали какие-то цветочки, вот из названных, пожалуйста, поделитесь своим опытом, если вам не сложно. Далее, гайлардия. Я ее тоже давно собираюсь, но как-то все откладывается и откладывается. А когда увидела вот такие желтенькие, они в основном идут... А, вот у меня даже я две выписала. Это вот я в основном видела вот такую расцветку. Но желтая меня тоже привлекла от фирмы «Первые семена». Только я вот не поняла, 100 семян, это что указано? Это количество семян в пакете или это что-то не так? Ну, вообще много. Вот я вот так вот трогаю пакетик, который внутри. Там достаточно много. Год урожая написано, что 21 год. И на второй тоже 21 год. Но распаковано почему-то в октябре 22-го. Ну, вообще очень симпатичный такой цветочек. И тем более многолетник. Вообще прямо хорошо, если все получится, я буду очень рада. И вот еще такой вот цветочек, я завершаю уже, вот у меня коротенький такой это обзорчик. Это многолетник, который называется Geum Sunrise. Вы знаете, мне показалось, что это... Сейчас я скажу, на что это похоже. Год урожая 22-й год, свежие семена, 20 штук. Но все я сразу, конечно, не буду использовать. Вот тут указано, что можно выращивать прямым посевом в открытый грунт. Но тогда цветение будет позже. Либо в августе, либо на следующий год. Вот я забыла, как это называется. Кувшинка. Нет, не кувшинка. Как это называется? Я забыла это растение. Вот оно на него очень похоже. Еще у нас в простонародье его называли огоньки, по-моему. Вот это или нет, как вы думаете? По вот этому цветку. Листва у него очень декоративная. Вы знаете, похоже на смородиновый лист. Что-то среднее между смородиновым листом и как герань садовая. Вот у нее тоже такой листик. Вот. Так что это, если вот особенно вот с этим вы знакомы, цветочком, поделитесь, как он вообще. Я по нему информацию не собирала. Просто мне он понравился визуально, тем более, что это многолетник, и поэтому я подумала, ну, попробую, в конце концов, почему бы и нет. Ну, вот, друзья, вот такой у меня обзор сегодня, распаковка, в основном цветы многолетники, немножко однолетников или двулетников, и все. Так что, если понравилось, поставьте пальчик вверх, не забудьте, подписывайтесь на мой канал, жду друзей по интересам. А я всем желаю всего хорошего и до новых встреч!